Всем привет, с вами снова Ним42, и сегодня мы с вами будем начинать проходить Quake 3 Arena. Вот, но как проходить-то, собственно, сейчас я объясню, что как с игрой. Во-первых, не то чтобы ее можно нормально пройти, так как у нее, собственно, нету нормального синглплеера. Есть сборник, скажем так, да, сборка десматчей разного уровня сложности с каким-то очень фиговым сюжетом. Я его, честно говоря, даже не помню. Но все-таки оно есть. Так. Где сложность поставляется? И плюс у меня он не хочет тянуть на нормальном разрешении экрана, потому что игра старая, она не поддерживает нормальное соотношение сторон. Поэтому у меня сейчас стоит что-то там на 1024. И, короче, оно будет, скорее всего, с... Да, вот, у меня прицел пропадает. Будет с черными полосками по бокам. По-другому оно не хочет. Ладно, это все фигня. Ну, вроде это все. Вот, давайте начинать, одиночная. Да, вон там закрыты дальше карты. Нет доступа, да. Тир 4... А, так, блин, надо с тир 1 начинать, наверное, вот отсюда. Почему я там рублено было? А, тир 0 вообще, вот. Приглашение в ад, окей. А как тут... Блин. Слушайте, а сложности-то не было, где же ее поставить? Опции игры. Прицел, детали, знаки, надписи, динамика, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это не то. Какой Алекс? Что это такое? Уберите это. Блин, оно что, не убирается? А, не, все нормально. Нет, уберите, пожалуйста. Так, какой тоннери? Все время пишу тоннери. О, вот так. Ух ты. Вау. О, во, вот за такого будем играть. Супер. Блин, а чё ж делать с сложностью-то, я не понимаю. Team Arena, игра, видео, демо, опции. Так, Vast, Shift бегать, Space прыжок, сесть, С. Ну, всем по стандарту. Слушайте, ну реально нету, нигде ж нету, странно как-то. И кажется, оно потом просто тупо будет увеличиваться с... с прохождением, то есть когда проходишь левела, кажется, сложность просто будет увеличиваться. Чуть значки уже, куча всего, я ж не проходил ничего, странно, ну ладно. А, во! О, кошмар, супер. Какой прекрасный звук. Я уже, блин, я уже подозреваю, что будет. Да, на кошмаре я ни разу еще не проходил. Воу! Блин, добро это я. Добро пожаловать в Quake 3 Arena. Для того, чтобы начать сражение, войди в портал. Да! О, ой. Запрыгни сюда. Да! Какая ностальгия, слушайте, как давно я не играл в это. Так, мне нужно немножко увеличить чувствительность. Блин, а что, уже нельзя, что ли? Управление, скорость выше. О, так вот. Отлично. Круши и уничтожай, чтобы добиться победы. Блин, я помню эту карту. Какая ностальгия, реально. Круто. О, вот это, между прочим, написано плазмомет в русской локализации, но на практике это внезапно BFG 10 тысяч. Вот именно вот это вот.
Если вы играли в третий квейк, должны помнить, что дамажит он так себе. Вот, и почему его назвали BFG, я без понятия. То есть просто, видимо... Блин, где все это? Просто, видимо, из-за сходства... в дизайне? Я не понял. Ну офигеть, я тут один. Со мной вообще будет кто играть? Нет? Видимо, нет. Я же нажал одиночная игра. Почему никого нету? О, на правую кнопку еще можно иметь оружие. Это еще как-то очень подозрительно. Выйди, пожалуйста. Блин, не из игры же ж выйди. Давайте начинать с первого тира, что ли, тогда. А я что-то на кошмаре не могу, ну, будем... А, не, могу, вообще нормально. Во, вот тут он загрузился, отлично. Первый уровень, окей. Ой, какой музон-то. О, я помню этот левел, да. Пасть. Тут будет что-то крутое, какое-то классное оружие или баф, я не помню. Но что-то тут будет потом. Оу! Ну нифига себе. Это первый уровень. Да. Я уже... Охренеть, я по нему попал хоть раз? Воу. Это просто пушка. Ёмаца! Вот это кошмар. Так, тебе нужно вернуться домой, повидать свою мамочку. Понятно, мне уже пишут боты. Умри, сволочь! Охренеть. Блин, я не пройду его. Я не смогу пройти эту игру. Щи. Если б я... Если б я двигался быстрее. Охренеть. 0-6. Ладно. Нужно менять тактику. Блин! Это невозможно, черт, что мне делать? Да отвали ты от меня! Вау. Охренеть просто. Блин, кто мне предложил это проходить, я не помню. Кто это сделал? Это был такой троллинг. Блин. Надо мной просто издеваются. Черт, что мне делать? Я его ни разу еще не убил. И между прочим, кажется, у меня больше всего шансов, когда у него ракетница. Я не знаю почему, но от нее можно попытаться хоть как-то... Ой, да! Да, я его убил первый раз. Увернуться. Да отвали ты от меня, пожалуйста. Охренеть, я труп. Он убьет меня сейчас с пулемета. Есть эта аптечка? Где он? Подбирает там оружие, да, сволочь? Я буду тут прятаться. Ой, блин. Вот это плохо. Это плохо. Охренеть. У него, каждый раз, когда у него не ракетница, просто он такое ощущение, будто локается на меня. Ой, ёпрасте, знаете, как есть во многих играх, в RPG-экшонах, когда... Ой, 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 ой.
ёмаца. Когда слишком много мобов, то дается возможность просто тупо локаться на них для того, чтобы было проще целиться. Вот такое ощущение, будто он делает то же самое. То есть у него прицел автоматически я просрал. Зажимается на мне. И, короче, поэтому ничего нельзя сделать. То есть он все время тупо прицелен на меня. Блин, как это пройти? Походу на... Вау! Чё-то я думаю, я начинаю разыгрываться потихоньку. Хотя я до сих пор того... Блин, того мнения, что для того, чтобы выиграть, нужно быть корейцем. Вот с БФГ у меня вообще никаких шансов. Лол! Как это вышло? Я просто прыгнул на него. О! Я его убил! Убил! Охренеть! Блин, да, мне нужна ракетница. Просто я не могу из ничего другого целиться. Почему он снимает у меня одной ракетой 80 хп? Воу! Это было везение. Блин! Черт, теперь у него ракетница. И это ж только первая карта, слушайте. Фух. Отлично. Я еще жив. Блин! Черт. Нужно срочно ракетница. Я забил, рейнджер. Да, локализация, конечно, супер. Так, я начинаю потихоньку привыкать. Потихоньку. Но это просто пушка вообще. Такой сложности я давно не видел. Блин! Надо просто башкой думать. Давай, вылазь, вылазь.
Где аптечка? Где аптечка? Скорее, мне не хватит 74 хп. Я не хочу никуда выходить, вылазь сам. Я никуда не пойду. Нет! 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 Ну охренеть. Кажется, это сложнее, чем серьезный Сэм, который я пытался пройти тоже. Офигеть, что бэкфлипы делает? Прям на ракету, замечательно. Надо становиться корейцем, срочно. Какое-то форменное издевательство просто. Как мне это пройти? Вылазь. Ух ты, череп улетел. Это просто... Просто я не знаю, что... О, отлично, хоть ракетницу возьму, раз он там. Блин! Вот почему я его не убил, а он меня убил? Щиты, блин, вот это перевод. Это с шелл с патроны для дробовика. Дробь. Да ну охренеть. Я не пройду этот левел. Я так подозреваю, у меня же должно быть больше фрагов, чем у него. Я не пройду. 35, а сколько надо? Если у него уже 35... Или надо просто, чтобы у меня было больше? Ну хоть один разок, давай, вылазь. Да. 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 Нет, ну почему ты взял аптечку, скотина? Охренеть. Я бы взял ту аптечку, но я реально боюсь, он меня убьет. Повезло. Блин, вот почему они до меня так долетают? Неужели я так предсказуемо двигаюсь? Блин, он даже мой труп пытался убить. Да, да. Да. Блин, сколько у него хп осталось? Да, да, да. Да ну бред. У него почти 40 фрагов. Кровь уже такая по стенам везде.
Да с какого фига? Ё-маца! Это невозможно просто. Может, 50 фрагов надо. Я сомневаюсь, что я смогу выиграть, учитывая, что у меня 15, а у него 42. Блин! Ну как так? Вот почему он знал, что я пойду туда? Это рандомно было. Я мог пойти в любую сторону. 50 на 50. Давай, вылазь. Давай, сволочь, вылазь. Ну? Блин, почему я ни разу даже не могу по нему попасть? Ну, сейчас я у него, наверное, снял хп 80, надо его убить. Если он не возьмет долбаную аптечку. Кажется, он ее взял и смылся. Ну охренеть! Блин, он убил меня пулеметом. Я просто боюсь отсюда выходить уже. Я хоть раз по нему попал. Это просто бред. Все, еще один фраг, наверное, и все. Пятьдесят. Ну. Нет, смотрите, игра еще идет. Странно. Сколько ж ему надо тогда? Возможно, если бы тут было что-то помощнее ракетницы, я бы выиграл, типа рейлгана. Вот я не помню, он тут есть? Нет? Если он тут есть, наверное, мне нужно все время, постоянно вообще ходить с ним, потому что по-другому я тупо ничего не сделаю. Но я подозреваю, что тут нет нигде рейлгана. Тут и секретов-то нет нигде. Офигеть, 19 хп.
Как это вышло? Он два раза убил меня просто тупо быстрее, чем я его, хотя у меня было фул хп. Ну охренеть просто. Теперь у него еще и броня есть. Блин! Какой-то он читерный. Я же взял аптечку до фул хп. И выстрелил так же, как и он в меня. У него что, больше 100 хп? Походу у него больше 100 хп. Охренеть. Как я это сделал? Да. Это просто пушка, что мне с ним делать? Дробовиком вообще ничего не сделаю. Даже не попал ни разу. Блин! Мне срочно нужен рейлган. Вау. Блин, сколько я в него всадил? Короче, с такой чувствительностью я что-нибудь смогу сделать? Кажется, она мне только мешает больше. Нет, отвали! Ugh.
А, так тут на время. Блин. Блин, ну я же попал. Охренеть, чем он у меня снял все хп сразу? Чем? Я вообще ничего не могу сделать. Вообще. В зависимости от того, насколько у меня высокая чувствительность мышки, я от этого лучше особо не целюсь. А вот он просто мгновенно, как только я появляюсь на экране, сразу локается на меня. Нет! Подорвал себя, супер. Фух, ну я убил его быстрее. Блин! Победил.
Фух, это было сложно. О, капец. Да. Сразу видно, что играет не человек. Ой. Да, ладно, знаете, пока что я с этим ничего не могу сделать, так что я временно сдаюсь. Пока что. Я реально ничего не могу с этим сделать. Я буду время от времени тренироваться, практиковаться в третий Quake до тех пор, пока не начну хоть как-то выигрывать. Как только я начну, сразу начну запись серий. Так что пускай это будет первая вводная серия, какая там сложность. Да, надо... Реально надо целиться лучше компьютера. Ну или, возможно, должны быть некоторые условия, выгодные для победы, типа наличие рейлгана для меня, ну и плюс большее количество человек, потому что чем больше человек, тем больше они будут отвлекаться еще и на друг друга. Поэтому мне будет проще их убивать. А один на один, вот реально, ну вы сами видели, было почти 100 фрагов против моих там 30, что ли, или 20 с чем-то, ну в общем... Пока что это реально тупо невозможно. Я не знаю, что с этим делать. Вот, но... Как только что-нибудь получится, сразу начну записывать. Вот, вам, я надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. С вами был Nim42. И до встречи в следующих сериях. Пока-пока.